Здравствуйте, сегодня к нам на обзор попала очень интересная программка Navitel Navigation System. Так, открываем. Здесь мы видим карточку. Карточку, на которой написан серийный номер. И далее открываем. Значит, здесь у нас есть диск, который мы ставим в компьютер, я вам покажу, что там есть. Далее здесь есть навигатор, как устанавливать. Так, вот здесь была карточка microSD с переходником на 2 гигабайта, но я ее себе оставил, она не нужна была. Итак, я предлагаю вставить диск в наш ноутбук и посмотреть, что на нем есть. Так. Значит, вставляем в диск. Итак, мы уже вставили наш диск в дисковод. И ждем, пока он загрузится, чтобы увидеть, что будет у нас предоставлять этот диск. Итак, ждем. Открывается вот такое вот окошечко. Открываем. Вот, выполнить Autorun Accept. Нажали. Открывается у нас окно Navitel Navigation System. Вот оно открылось. Значит, есть у нас Navitel. Данный раздел вот вместит для установления программного обеспечения. Значит, вот, можно завантажить на Windows Mobile OS и на Android. Мы нажимаем, оно загружается. Значит, здесь есть уже куплена карта Украины. Документация. Здесь написано, что у нас есть. И GPS Map Editor. Это мы можем редактировать наш навигатор. Также можем переходить вот на русский язык. Оно загружает наш диск, переводит нас на русский язык. Ну, давайте для примера вот установить на Android OS. Ну и выбираем вот Russian, далее принимаем, установить. Идет установка, здесь выскакивает строка, Demo Start Successfully. Все, оно все устанавливает, нажимаем, там, допустим, Enter, ничего не делается. Вот, я устанавливать не буду, оно вот закрыть, все установилось. Все. На этом мы закончим наш видеообзор навигации Navigation Navitel System. Всем спасибо, до свидания.